1 марта в Казанском федеральном университете стартовал Всероссийский медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Во второй день медиафорума прошел мастер-класс создания качественного видеоконтента «Все сложное просто» Алексея Барыбина и Виктории Сухаревой. Начинающим медийщикам раскрыли секреты создания правильного видеоконтента, который подходит под каноны телевизионной кухни. На самом деле, одну фишечку могу сказать, какая бы у нас техника ни была, там камера, телефон, на что мы снимаем, да, самое главное это что? Самое главное это руки. Если есть руки, есть голова, то все будет. Пожалуй, у каждого творческого человека бывают моменты выгорания, ведь монотонная работа и шаблонный формат приводят лишь к плачевной ситуации. О том, как же все-таки не кануть в лету в столь сложной профессии, рассказала Виктория Сухарева. Студенческие медиа должны выполнять определенные функции. Они должны пропагандировать и рассказывать о деятельности университета, они должны освещать какие-то протокольные мероприятия, снимать какие-то правильные факультетские, университетские репортажи. И при этом всем этим людям, всем этим детям, работающим в редакции, хочется творчества. А на это зачастую не хватает времени. И пару лет работы в такой редакции, и студент неизбежно выгорает. Ему кажется, что вся его перспективная будущая жизнь будет исключительно беготней с микрофоном. Журналиста хочется сравнить с Горкийским Данком. Благородный и смелый, жертвует собой, несет свое горящее сердце, освещая другим путь. Но недолго. Журналист не вечный двигатель. Можно долго работать на пике энтузиазма, а потом просто сгореть. Если же у тебя появляются некие дополнительные смыслы, там, не знаю, просвещение, некая социальная компонента, некий набор идей, которые драйвят тебя как журналиста. Это единственное, что позволяет не перегореть. Потому что журналисты перегорают очень тяжело, навсегда, и это тяжелая профессия с этой точки зрения. У нас травмоопасность этого свойства намного выше, на самом деле, чем у врачей. Медиафорум рассчитан прежде всего на представителей пресс-служб вузов, студенческих СМИ, студентов и преподавателей факультета журналистики. В рамках форума проходят круглые столы, мастер-классы и телевизионные ток-шоу. Диана Шилова, Роман Самарин, Ленардо Литьяров, Универньюз.